Ну, я антибиотики в виде спирта пью. Сейчас коронавирус 65%. Водка не помогает от коронавируса. Только спирт и терпение и труд все перетрут. Гряда нарезала. Да, ну на гряде четко. Ну, я бы на гряде вымелил на двоечку. Ну, я не вижу смысла, как бы, ну, чтобы вы, ну, вы видите, в принципе, сами. По делителю, ну, надо подбирать по семенам. Надо заводить трактор, засыпать семена, подставить тарелочку, покрутить, порегулировать воздухом. Да, просто сейчас у нас надо какую-то посудину, и у нас сейчас будет выдувать эти семена. Вот в чем беда. Так, тут все продуто, все плотно зажато, да? Все, запускайте, запускайте. Давайте просто в этом году мы будем приезжать, вот у него опыт есть выращивания, у меня, мы будем по ходу корректировать. Сейчас задача первая, семена классные купили, гряду обеспечили, качественно подготовили почву. Много сеять? 16 гектаров. Ну немало, для вот этого немало. Ну я в такую погоду бы не сеял. Не, мы просто, если надо будет в поле поедем, надо просто... Я постараюсь приехать все равно на посев, не обязательно в первый день. Я, конечно, уеду на Днепр, но я до понедельника здесь буду, да. Вот, то есть приехать, ну, по глубине отрегулируйте обязательно. Ну, давайте тогда держите семена, давайте по порядку. Ширина гряды сколько здесь? Вот, вот на это расстояние. Ну, я понял, ну, от колеса... Вот, вон гряда образовалась. 1,60 м, да? Настраиваем 1 150 000, да? Мне надо от центра канавки до центра канавки знать... Все. Ширину 1,60 м. Колесо идет четко по центру, да? Да, тут четко. Ну там больше, чем 1,60 м. 1 150 000. Делим на 1, 2, 3, 4. Равно 172 растения. Делим на 8. 21,5 в ряду должно. Значит, берем 1 метр. Делим на 21,5. Настраиваем 4,6 сантиметра в ряду. 4,6. Да, 8. Все, проверили правильно. Вот это точка А. Это А, это Б. Значит, у нас стоит верхний ряд. Ну, у вас, смотрите, это диски, вообще-то морковные. Семечко, ну надо будет проверить, что чем крупнее семечко, тем хуже будет присасывать. У вас миллиметровых дисков нет, да, чтобы диаметр был? Ну я бы честно, на лук бы я бы смотрел миллиметровое. Можно сеять морковными, но тогда это только мелкие семена. Она присасывать будет, но будут пробелы. Мы не добьемся точности. И, ребят, ну хлопцы, надо брать спирт, сейчас спирт очень актуально, и нельзя абразивом, а чисто спиртом надо вот это протирать, только спиртом. Для чего? Бутылку водки. Ну смотри, ну это ж, да. Тут нельзя ни наждачкой, ничем, спиртом. Да, ну только чтобы не забыли. Ну вот эксцентрик вот этот отбивает лишние семена. Ну вот этой штукой, как правило, мы на луке не пользовались. Она, это для крупных семян, это когда сеешь арбузы, там такое, этот, кабачок, там дыня, тогда регулируешь, вот она не работает, ну ладно, короче, ну оно сбивает лишние семена. Так работает, не работает. Не, ну она вам на луке не нужна, на луке важно вот, чтобы был живой эксцентрик. Диск проходит, отверстие проходит вот так вот над ним. И вот этим эксцентриком регулируем, что, вот, да, он именно наш эксцентрик, видишь, да, сбивает лишнее. Там две штуки, да? Ну, он, его надо разрабатывать, ребят, бо мы ж по-другому не настроим, да. А что, не работает? Ну, он в данной ситуации идет вот так вот. Да, и вот там семена. Да, ну... Это для крупных семян. Ну, он на мелкие никак не влияет, потому что семена вот тут проходят. Вот, эксцентрик влияет. Он почему и со смещением, видите, он не в центре. Когда барашек регулируешь, и он выше-ниже. Он получается за счет эксцентрик. Ну, эксцентричности выше-ниже. Таким образом, снимает лишнее, да. Ой. Там что, ну вы поставили 540 и пошли. Важно же тоже держать обороты, чтобы вакуум постоянный был.
Блять, надо плоски брать. Отут, отут в одежку надо смотреть, да, хлопцы. А ты в одежке, Жень? А, вот работает эксцентрик. Нет, так они, не, они это, они рабочие, просто надо пересмотреть. Да, но они не есть рабочие. Норвежцев, немцев. У них один высевающий переставил на другой, настолько точно подогнано. Ну вообще четко. Корнеленда это как торговая марка. Я по агриколе просто не знаю, поэтому лучше не путать. Вот работает эксцентрик, я вижу, класс. Вот здесь мы можем отрегулировать четко. Не, все, если оно начало двигаться, не надо. Нам прям, чтобы оно прям воздушно было, все, двигается, этого достаточно. Я ж рукой покручу ее. Так, ну, везде надо, чтобы, везде, чтобы были вот... Герметик. Да, то есть, нужно, ну, вот, вот этот уплотнитель обязательно должен сюда стоять. Ну, уже, конечно, не мешало бы вот сюда вот эти... войлок поставить вот этот. Вот видите, оно все уже такое позатертое. Бо это все пыль, это все подсос, это... Да, это ослабленный вакуум, и поэтому тяжеловато регулировать. Не, она еще в достаточно хорошем состоянии, просто надо как бы вот это все, все оживить. Где работает, не трогаем. Там работает, здесь что? Не, это не работает. Делаем, все. Делаем, давайте делаем. Так, все держит, все держит, все отлично. Не, мне чем-то... Знаешь, в чем прикол джакты? На одно крыло складывается. Такая маневренная. Ну, машина реально классная. Простой насос вот этот, ну. Очень удобно в плане, вот, не надо большие разворотные линии оставлять. Вот здесь стоят полуинжектора. Ну, это этого, именно джактовские. В чем неудобство джакты? Она, ну, она не универсальна. Только именно под эту модель, под джакту, только свои распылители. Здесь он оборотный, можно поставить второй набор. Ну. Нельзя, вот такая сухая, да, он, ну просто надо вот это, вот проход, где семенаж проходят тоже, как бы, чтобы тут земли не было, ну, все надо убрать, канал вот этот должен быть чистый. Вообще, конечно, когда, ну, такая сивалочка отсеяла там, пару дней. Ее желательно высосать семена, вскрыть, выдуть хорошо все. Ну вот эти просто, ну она мягкая, да? А не, пойдет. Ну надо поубирать вот эту всю земельку. Она залипает, все-таки пыль способна как бы абразивом. О, вот это вот оно. Все, резиночки на месте. Не, ну так технически она еще в хорошем состоянии. Так, смотрим, чтобы мы дурную работу не... Миллиметровый 90. А, понял. Спирт. Попробуй. Я вообще не употребляю. Вообще, кто употребляет? Попробуешь? Медицинский. Но это для дела. Ложим на досточку чистую. Я антибиотики только пью. Ну, я антибиотики в виде спирта. Сейчас коронавирус 65%. Водка не помогает от коронавируса. Только спирт и терпение и труд все перетрут. Блин, ну, надо хорошо вычищать, иначе будет с этой стороны-то... Но это не серьезно, конечно, потому что вакуум, ну, как бы должен создаваться за счет вот этого, ну, за счет вот этой вороночки. Да хоть губы намажу, накрасил. А то полюки весь. Губы полопать. У нас 4,46, значит, мы определили, колесо А 22 у нас, зуба 18Б есть, значит, это верхняя таблица, и нам надо 4,6 сантиметра поставить. Диски 90, да, диски 90, значит, 6 градусов. Легким движением руки.
надо монтировка. Монтировка? Да, ну она вот тут монтировкой подбивается, да. Легким движением руки не получилось. Ну, надо на валу переместить эту шестерню. Ну, рукой ее так на не... На шестерку? Да, на шестерку. Здесь 6 градусов. 6 градусов. Навык видно. Стоп. Так, уже чуть-чуть есть. Давай. Оп. Еще чуть-чуточку надо. Оп. Отлично, есть. Прокручиваем колесико. Так, когда оно едет, оно как оно крутится? Вот так. Прокручиваем. Проверяем, стало все ровненько. Все, стало ровненько. Что у нас? Привод везде идет, да? А, ну оно здесь, они совмещены, получается. Ну тогда, ну тут надо тогда переставить тоже, ребят. Это тоже на шестерку, да? Давайте воздух. Давай, Женя, запускай. Трубки. 0,8 для чего вообще? Ну, иногда 0,8 сеет и лук. Но это мелкий лук. Вообще 0,8 это стандарт морковка. Морковка идет от 0,6 до 1. Идти в другой высевающий. Проверим. Нам больше не надо. Все, это надо где-то поставить, чтобы... Собирать. Да-да-да, пошло дело. Так, ребята, кто-то на колесо. Одно. О! Ну вот, смотри, наша задача теперь убрать двойные. Ну вот, смотри, кое-где двойная попадается. Ну, где-то эксцентрик должен быть в районе тройки. На двойке было бы густо. Ну вот, в принципе, нормально. Лучше где-то пускай задвоенная проскочит. Вот, одна задвоенная там буквально на каких-то... Вот, стоп, хватит. Ну, я делал меньше, но тогда присасывает больше. Делал больше, но тогда сбивает больше. Вот эксцентрик надо в районе троечки. Сейчас мы, ну, надо ставить дальше и проверять другие. В принципе, эти на тройке сеятся. Да, вот они все. Где-то упадет задвоенное, но ничего страшного. Все на 95 где-то скорость. Минус 10 полевая скорость. Ну, минус 5. Ну, вот так вот лучше оставить. Тогда будет нормально густота, все. Все, чтобы это не сыпалось. Надо, работает, высоска работает, разгадывает. Медузу проверяем. Медуза даже другая по цвету. Я думаю, что будет тоже. Ну вот, медуза где-то будет 2,7. Не, ну подвал лучше, чем пробелы. Смотри, я могу сделать, что будет меньше. Но тогда больше просева будет. Очень хорошо, что отрегулировали. У вас стояли они на двойке. Ну, как бы не совсем правильно. Все, можно высасывать. Потом соберется вся севалка. Будет возможность, я приеду на посев. Но обещать не буду. Может Тимур приедет. Все, там оно уже будет с просевами, не обращайте внимания, семечек мало. За уровнем семечек надо следить, ну тут вы знаете. Ну, я вам скажу, что лук этот классный, понравится.
хорошо знаемся, классный хлопец, он нормальный. Ты сам с Каховки, да? Ну, я вообще мариупольский. Тут война началась, я перебрался сюда. У нас тут один есть мариупольский тоже. Вот так вот даже, да? Переднее прикатывающее, заднее прикатывающее. Это два раздельных колеса. И, блин, именно вот эта разделенка лучше вдавливает семена. Лучше. То есть, ну, а это все-таки рассредоточено широко. На сырой она прикатывает хорошо. Вот на сухой хотелось, ой, на сухом хотелось бы сильнее. Вот это, тут Квернеленд. Нет, они колеса железные, но это резиново. Просто они... Два колеса стоят, да. Колесо идет четко за рядом. И впереди четко. Он локально давит. Ну, узкое же колесо сильнее придавит. Лучше сформирует семенное ложе. Ну, это да. Это только один Квернеленд имеет разделение. Стехемы, Моносемы, вот эти агриколы, гаспарды, они все... Сразу собирайте внимательно, ставьте диски эти, миллиметровочки, да. Спирт, если остался, можно вернуть, я не откажусь. Ты же стоите, поставите новый. Отдай за человека. Не, ну если выработали, нет вопросов. На дело ж пошло. Так, где мои руки помоем? Есть что-то?